Ой, как хорошо. Река Воркута. А? Да вот, рассказываю людям. Ну да, вот. Как здесь красиво. Самое главное, смотри, комаров нету. Воркутинка, но. Да, но немножко холодновато река, да, еще. Так сейчас. Я считаю, специально с собой пакет, думаю, взял со шмотками. Все равно, конечно, все равно будет оно. Ну, осенние покатушки. Меркьюри, 50 лошадей, да, обказывают. Ну, открывай ворота. Читать. Да, сколько он весит, наверное, мотор этот? Килограмм 80, наверное. Она как бы... Подожди, они вышают. Ну, давай туда подъеду. Да, туда сейчас, чтобы таскать. Там развернешься. Ты машина... Едь тогда тоже. Толян, там дальше есть дорога, едь туда. Там дальше есть дорога? Ну, вон, я и говорю, где насыпано, там дальше же есть. Вон, да? Нет, туда ты имеешь за поворот? Нет, зачем? А, то что туда пройдет? Мне где стоять? Возле камней нормально будет, да? Ну вот и вон, вот там. Ага. Я уже стоял. Да. И там вот как раз под спуск. Ага. Может там дальше, там вон, это, там арматуры торчат, там мусор всякий. А мы отдай, хоть и тепло, и тепло, но все равно это, вот воды-то все равно сырости, все равно. Папа, встань, там еще люди. Чего? Я думаю, там что-то кто-то появился. Так, я разворачиваюсь тогда. Солнце вообще слепит. Да пока не, дерни пока так. Это что, твое пакет? Не, это не мое. Погодка вообще радует. Ни хрена сейчас там не жарко. Это пока по городу жарко. Ты со мной едешь или здесь остаешься? Я здесь остаюсь. Тут собирать не буду. Ух ты, нифига. Мост качается. Заметил кто, не? Давай. О, еще один ударчик. Мне кажется, какая-то лодка у тебя легкая. Не, я с тобой, дядька, поеду, только на обратном пути, когда мы вместе все поедем. Дерни его в это в бок и все. Он пойдет. Ты сколько бензина-то взял? 12. 12, ты думаешь, хватит? А мне на полчаса поедет. Да чего полчаса? Съездил бы на Северный туда подальше, да. На плотину. Туда-сюда. Че, топора с собой пока заберем, да? Ну давай здесь больше будешь времени. А я компрессором сейчас надо. У тебя с аккумулятором? Да. Нет, под машиной. Ну, Алексей, ты закрывал машину? Нет. Ты что-то маловато, ты что-то пожалел бензина. Да мне проверить на то. Если заработает, то заработает. Так, все, стой. Так, правильно? Не, опускай или его. Зачем? Опускай его. А все, опускай и тащи. Толян, богатырь вообще. А я что-то тут это, по привычке как-то заприлкся ручками. Там же все продумано. Вот да. Все, давай. О, блин, нифига. Давай, я позвоню тебе как-нибудь, готовы. Ага. Я думаю, часа полтора. Да что, отдохни, пока не снимеет-то, до 8. А что, всем отзывкам ковыряться тоже, блядь, соображено? Не, ну так посидеем, иду здесь пока. Не-не-не, то я сам закрою. Ага. Уровень тут третьего класса. Все, закрываешь, машину подгоню, будем лодку качать. Не, время открывай, тоже, темнеет, 8 уже, блядь. Открывай. А что, ты здесь, сюда подгонишь машину? Да, на то место подгоню, буду качать. Что-то у тебя, Флабе, что-то у тебя это самое, по-моему, легкая лодка-то. 4,8, блин. А что-то у тебя она? Слушай, 4,2, по-моему, потяжелее будет. Может, там дно бронированное? Нет, тоже бронированное. Ну, что-то легкое, 4,8. А я выбирал лайт, специально легкую. А, легкая, да, лайт, ага. То есть тонкая, да? Сколько? КВХ такой же, 1300. А почему у Вальдемара тяжелее? Хоть бортов нет. Ну, конструкция. Специально лайт, видишь, под водой. Ну, да, я. Лайт, это облегченный вариант. Ага. Лайт же. Сколько скорость давал на ней? На
максимально. Ну, от мотора зависит. 70 шпалил? Нет, ну там это в 30, наверное. Ну 30 что такое, мы 40 гоняем, это как нормально. Я не засекал, ну нормально уже там отрываешься, блин. А, ну значит 60, наверное, 50. Так, ну ладно, давай, давай. Хорошо, сейчас. Блин, убил мой мотор, а? Не стыдно тебе, не? Бессовестный.